well, we're still in verse five. <laughs> in the days of herod king of judah, there was a kohen named zechariah. okay, we've looked into the idea, the picture of priest, priesthood, what that entails. That will hopefully help us to keep uh, part of the picture that we need to have. As messian, as believers in the Messiah, we hold that Yeshua the Messiah is the Messiah and the everlasting Kohen. We find this emphasized in Scripture. In, uh, in hebrews 7.23 to 25, in, uh, in hebrews 7, 23, 25. moreover, the present Kohen are, are many in number because they are prevented by death from continuing in office. but because he lives forever, his position as kohen does not pass on to someone else, and consequently he is totally able to deliver those who approach god through him. Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство По Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Также он есть вечная жертва. 7, uh, евреям 7, 27. Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесший в жертву себя самого. И Иоанна 1.29 Другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, Который берет на себя грех мира. И дальше мы видим интересный момент. Но, наверное, тоже деталей много мы не рассмотрим. Но, как я уже сказал, был очень и хронологическую историю всей жизни Точно, and because of this, we can see many different things, or we can begin to understand many different things. In, in the right, right context, and in the right way. Okay. His name was Zechariah, and he belonged to the Aviyah division. Uh, именем Захария священник, и он принадлежал авиевой череде. Таким образом, Захария относился к определенной череде, определенной семье from, mm -hmm. yeah. 24, и как мы знаем из -за первой Паралипоменон

Сам этот факт, что Лука называет по имени эту череду. Поэтому очень хорошо мы сможем узнать, какое время это произошло. В соответствии с 1 Параллельпином 24, авиачереда была восьмая череда. И... Каждая, которая отделялась неделя. Поэтому каждый человек, который принадлежал к одной очереди, дважды в год входил в храм в храме. И также мы знаем, что на Сукот все колена приходили. But what does this tell us? И о чем же это нам говорит? На основании этого мы сможем рассчитать время рождения Иоанна. И также это может нам рассчитать время рождения Иешуа. Здесь мы не будем все расчеты проводить. Может быть, какое-то другое время. But it certainly doesn't place the birth of Jesus on December the 25th. <laughs> but uh, we won't go into that right now. It's not, it's not concerning us, but it does help us to understand certain things. And we can put them in a time frame. причислить эти, эти события в определенному моменту Следующее, что он говорит здесь, что жена его была из рода Ааронова. Ее звали Елишева. И видим, что не только он был Частью семьи священников. Но в том числе он следовал закону и взял жену из священнической семьи. И можно сказать, Елишева не только дочь одного из коханим. But she was descended from Moses, his brother Aharon. she no, brother The first Kohen. Yeah? So we see, we see that Luke is painting a picture for us. This is what you would call a very holy family. Мы бы назвали эту семью э, семья кого тут Захарии и Елисаветы Советы очень святой семьей. Так как Даша говорит оба они были праведны перед Богом, поступая по всем мецвод заповедям и уставом господним беспорочно. Я использую такой перевод, в котором, где возможно, используется еврейская терминология. Так как я думаю, что очень важно, что мы читаем это так, как, скажем, кто-то, кто жил в то же время, что и Лука, читал то, что он написал. Это я делаю по той причине, чтобы мы читали это настолько близко к оригиналу, насколько возможно. Настолько близко, можно сказать, подойти к тому времени, когда Лукан написал. И, может быть, даже его современники бы читали это. Так, чтобы мы читали таким же образом. Как вначале я сказал, это послание написано для одного человека. Я думаю, что цель написания для того, чтобы Феофил, этот человек понял. Цель, I believe that's why he went also into a lot of detail about Jewish customs and Jewish ways. And it's therefore a very important gospel for us. Okay, what does he talk about here? He's first giving us the descendancy. Во-первых, он говорит о родословной двух человек. Во-первых, показать, что их предки, они вообще с Аарона начинались. И также дальше его слова. Оба они были праведны перед Богом. Как это возможно? Мы же говорим до времени, до того времени, как Иешуа умер, был принесен жертву, совершил жертву. Потому нужно понять это в контексте того времени, когда это происходило. It says that they observed all of the mitzvot, там говорится, что они соблюдали все митцвот и, и, уставы Господни непорочно, so без, всяк, yeah? без провины всякой, без какой-то вины. Они соблюдали митцвот. А что такое Это множественное число в множественном числе mitzvot, в единственном числе митцва. И в контексте, котором здесь сказано, митцва – это заповедь. И традиционно говорят, что в Торе 613 заповедей митцвот. Кто-то может здесь перечислить 613 митцвот? Я тоже не могу. Not out of my head, anyway. Но не все в моей голове, по крайней мере. Most of the time we stick to the В большинстве случаев я придерживаюсь десяти. But traditionally there are Но традиционно считается 613 Today we have also that problem. И сегодня у нас тоже такая проблема то, что образ изменился. И в обычном еврейской жизни наши дни сотворить митцву означает делать хорошие дела, хорошие поступки. Что-то хорошее, приятное, что-то полезное для кого-то другого. Но

Мы должны понять, что они тоже соблюдали заповеди Божьи. Никакого это отношения не имеет к тому, что о, делай что-то хорошее, что приятное для других людей. Это все основывается на послушании. Все это связано с послушанием Богу. Также мы знаем, как Писание говорит, что послушание лучше жертвы. Yeah? So, We, we begin to understand. We begin to get a better picture. Потому мы начинаем Of what Luke is trying to tell us. Yeah, but it goes on to say they were blameless in this. But in the beginning it said both of them were righteous before God. Вначале они были праведны перед Богом, потом поступали, соблюдали заповеди, уставы беспорочно. А как это понять? В противовес некоторым христианским теологам, учат они тому, что Тора Моисея Uh, предлагает праведность. Но что это означает? Что это означает, быть праведным перед Богом? Захария и Елишева Захария и Елисавета любили Бога и близких, ближних mm -hmm. людей. They они должны были доверять Богу и верить в Его Слово. Это важно для нас даже сегодня, даже в это время. И мы должны понять хорошо, что это. Что это значит любить Бога. Что значит любить ближнего. Это значит, что вы не никому. Это означает не делать вреда кому-то ни словами, ни поступками. Мы утеряли это понимание. Давайте будем честными. Также мы должны доверять Богу и верить в Его Слово. Его слово записано, мы, им, у нас есть Его Слово, записанное. Только вопрос один возникает, верим ли мы в Него? Are we willing to stand on it? И есть ли у нас желание стоять на этом слове? Основываться на этом слове. Есть ли у нас желание поступать, делать то, что говорит Слово Его? Без вопросов, без того, чтобы задавать вопросы.

У нас нет права э, проверять Слово Бога. Нам нужно доверять Completely. Ему полностью, Howerly. абсолютно. И это нужно нам понять. Yeah? I mean. И еще что хочу сказать. Мы не можем слушаться, мы не можем исполнять что-то, если мы этого не понимаем. И здесь тоже нужно быть внимательным, Это проясним немного вот это понимать. Что значит понимать? I mean me, uh, понимать это не то, что мне мои мозги говорят, диктуют. But what my tells me. Но то, что говорит мне дух. Yeah? There's a difference between the two так как есть разница между первым и вторым. Own, um, thinking, так как если мы пытаемся понять Слово Божие своим, своим мозгами, своим мышлением человеческим, то никогда мы не придем к правильным выводам, к правильному пониманию. Okay. Um, I would like to say more about that, but I think I need to, um, I need to stick to what I'm doing here right now.: yeah. Okay, so they were considered righteous. Uh, as evidence sorry, <coughs> as evidence of his love and trust, sorry, as evidence of this love and trust. И как доказательство их любви и доверия Богу, они соблюдали все правила поведения, которые открыл Бог. Что также включало в себя покаяние и принесение жертвы за грех.

Yeah? So, but the, the, the idea that we can get here is that if we could follow what God has given to us, it will be counted to us or uh, considered as righteousness. But the, the, the key here that, that opens the door is the key of obedience. Yeah. Now we come to another fact which we need to understand in the context of time. Okay. It says in verse 7 but they had no children because, because Elisheva was barren. Ибо совета была неплодна, well и были уже в летах преклонных. Как вам это? Знакомо с чем-то? Yeah. Авраам и Сара. Instance, Например, мы видим, что есть что-то, что Бог делает, что так необычно, скажем так. Мы видим, Бог делает что-то необычное. То, что должно привлечь наше внимание. И мы можем спросить так, зачем Луке вот это все описывать, вот это все рассказывать, такое длинное описание, видение делать? Потому что слишком уж много деталей он перечисляет в первой главе. Это что, так просто для интереса, чтобы? Или же, возможно, потому что нам это нужно и в наше время, когда мы сейчас живем. Так же, как это было нужно для тех людей, живших в те времена, так и в наше время. Чтобы появилась такая правильная картина тогда и сейчас.

Um, now, we need to understand some things about the thinking of the time. Now, it, it says here that they were both well along in years. Now, it doesn't talk about, um, it doesn't talk so specifically here uh, about them asking for a child. about them asking for a child. But it is inferred by the text. I can imagine that this was a, a prayer request. <laughs> and it was very important. Children were extremely important. I think there we are living in a time also which, um, yeah, which does me great pain. И также думаю, что мы живем в то время, что приносит мне боль большую. Because children are no longer, um, um, how should I say this? Children are no longer in in the same status as they were then. Потому что сейчас дети уже не в том статусе, как это было раньше. We have situations now where children are probably more regarded as a burden than a joy and that's why we have these situations of um, abortion and other evil practices <coughs> but we' but we're looking at a very different time История из Луки — это вообще другая история, другое время это было. In those days, barrenness was often considered a sign of God's displeasure or judgment. И в те времена бесплодие это был признак uh, Божьего суда. Um, we can see this as we look later at Elisheva's reaction. Позже мы это увидим по реакции Елишева. В 25 стихе. Okay. Um, Oh, yeah, what I was going to say just now is um, we don't see here so much that, that, that the emphasis on the fact that they were praying for a child. But we, Sarah, but we know from the situation of Abraham and Sarah that there we get a whole picture of their desire for a child, both of them, and God's promise. И Бог дал обещание. Now, Я слышал некоторые такие интересные примеры, как люди рассуждают, как мог Авраам общаться с Богом по этому вопросу. конечно, в Писании нет таких доказательств, чтобы подтвердить это. But I am a person with a lot of imagination. <laughs> so I can imagine that Abraham had some very interesting discussions with God. I know I would. Now, God, you made a promise. Now, we're, we're, we're getting along a little bit, you know, if you hadn't realized. <laughs> Ну, если ты, Бог, еще не понял до сих пор, то видишь, что мы еще сами. It's not going like it used to go. Ведь уже все не так, как было раньше. Можно сказать, электрика не работает раньше. And can we speed up this a bit? Может быть, как-то ускорим этот процесс. But God has a time. Но у Бога есть время. God had a time for было время для Авраама. И Бог время здесь тоже. И у Бога также время есть и сейчас. Uh, Бог хотел что-то сделать, that a чтобы было знамением. И видим, что развиваются события в преддверии рождения еще одного сверхъестественного рождения. Все это началось с рождения Исаака и We have Samson. To Manoah and his wife. Samuel. The Samuel. To Elkanah and Hannah. And after the birth of Johanna. To Elisheva. The series culminates and concludes with the birth of Yeshua. то эта серия сверхъестественных рождений завершается кульминацией в рождении Ишуа. Поэтому есть целый ряд сверхъестественных рождений в Писании, то, что не соответствует естественному. Если бы у нас было время рассмотреть каждый из этих случаев, мы видим, что у Бога была определенная цель за всем этим. Так как это было в Его плане. Очень часто в своей жизни мы находим такие ситуации, когда Бог что-то делает каким-то необычным образом. And we need to be prepared for that. Now Zachariah and Elisheva were probably not really prepared for this idea. Because the story goes on. One time when Zachariah was fulfilling his duties as Kohen. During his division. И была его череда, его колено в храме, служение в храме. Того был избран по жребию custom, в соответствии с со традицией войти в храм и принести все сожжения. И что означает, он вошел во святого святых. И дальше продолжается описание. Yeah, все подробности. Люди находились снаружи, молились. В то время, как было приносимо жертвоприношение. Даже воскурение. Мы знаем, что воскурение — это образ молитвы, которая поднимается к Богу. И Захария находился внутри ангел пришел к нему. Там говорится, ангел Адоная, который стоял... Явился ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. То есть еще эта деталь, которая yeah. говорит, о которой говорит uh, Лука. В 12 стихе Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. Иногда странно, когда я слышу, люди говорят о своей встрече с ангелами. То есть люди встретили ангела, и у них не было вот этого удивления и смущения и страха. Иногда мы просим о том, чтобы увидеть ангела нам. Но из этого примера я могу понять, что это достаточно такое трепещущее, живописущее событие. Ужасно, страшно. Если вы встречаете посланника от Бога, который приходит от Бога. И у нас есть Which angels always say. И у нас есть такая типичная фраза, которую говорят всегда ангелы. Даже если они такие страшные, ну, пугают нас. They say, Don't be afraid. Они говорят, не бойся. <laughs> не бойся. Это, um, клише. <laughs> like, you know, <laughs> yeah. Они говорят, не бойся, Захария. И вот мы можем видеть, что это была их молитва, что они молились. Ангел говорит: «Ибо услышана молитва твоя». И жена твоя Лешева родит сына. И наречешь ему имя Иоанн, Йоханан. Okay, there is um, here the message from the angel and he also gives the name as I said names are extremely important in yeah? um, and he wanted him to have a particular God wanted him to have a particular name if we look later on in the story we see that everybody was surprised that they would give him this name. И как мы позже видим истории, всех это удивило, что он назвали его таким именем. По традиции нужно было называть по имени кого-то, какого-то члена семьи. Но он должен был быть слугой Всевышнего. И потому имя у него должно было быть таким. И дальше ангел продолжает говорить. Он будет тебе в радость. And many people will rejoice when he is born. For he will be great in the sight of Adonai. He is neither to drink wine or any other liquor. And he will be filled with the Ruach HaKodesh even from his mother's womb. What a message! какое послание и многих сынов израиевых обратит господу богу их и предойдет пред ним в силе или чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников. Дабы представить Господу народ приготовленный. Вау! Можете это представить себе? Себя поставьте в эту ситуацию. Если ангел приходит вам и дает вам такое послание, что бы вы сделали? <laughs> Захария, said to the angel. И Захария сказал ангелу, How can I be sure of this? «А как мне, я могу быть уверенным в этом? Как uh -oh. я это узнаю?» В принципе, это самая последняя фраза, которую вы должны когда-либо говорить ангелу. Mm -hmm. Gets you into a lot of trouble. то у вас много проблем возникает с ангелом. An Ангел. <laughs> ну, давай же. Ангел he пришел. Before you and he gives you this message. Пришел к тебе, дал тебе это послание. You know, it's an angel. Ты же знаешь, что это ангел. You know, he's come from God. Ты же знаешь, что он от Бога пришел. And yet И все еще, все равно ты сомневаешься. How is it possible? Как это возможно? Because we're human. Потому что мы человеки. Я не знаю, как я бы реагировал. Если бы Бог пришел ко мне сейчас и сказал, что у меня родится ребенок, я сам бы не знал, как бы я прореагировал. Но я знаю, как моя жена бы прореагировала. только не снова. Но мы видим, что это человек, Человеческое создание здесь. И можно даже сравнить историю с Авраамом. То, что Авраам ответил Богу, наверное, не сильно отличалось. Answers, так как Захария тоже говорит, ну я старый. При преклон... летах моя жена тоже. И при естественных обстоятельствах это невозможно. Хорошо. You angel? Ангел, ты понял меня? Yes, the angel да, ангел понял. I am я Гавриил. The angel him. Uh, сказал ему ангел. And I stand in the of God. Uh, «И Я стою в присутствии Божьем. You ты понял меня? Where I'm from? Ты понял откуда я вообще пришел? Я был послан к тебе говорит тебе и благоволит тебе Сие. Ты понял? Теперь, так как ты не поверил то, что я сказал, хотя это исполнится, когда время придет, ты будешь молчать. И не будешь говорить до того дня, как это сбудется. Будьте осторожны с тем, что вы говорите ангелу, если когда-либо встретитесь с ним. И здесь очень интересная картина. the things. okay, let, let, let me just read on a little bit and then I'll, I'll go back into some of these issues. meanwhile, the people were waiting for zechariah. and, and, they, тем, was, Захарию, and they were surprised that he was taking so long in the temple. Дивился, now, in those days, there was also an idea that it wasn't a very, um, how should i say, safe thing to go in. что это вообще небезопасное дело входить в храм святого святых если все не так хорошо с Богом если что-то сделал неправильно то конечно же может все завершиться смертью и были некоторые истории когда завязывали веревку за ногу, на ногу так что потом можно было вытянуть

What did the angel say to him? And how do we understand that? Okay, one of the things he said, he is never to drink wine. It may be that Johanna, like Samson, was to be a Nazarite. Hmm? It may be that Johanna, like Samson, was supposed to be a Nazarite. Likes? Samson. и что вполне возможно, он должен быть как Самсон, как и быть Назареем. Посвященный Богу особенным образом. И это есть описание в числах 6 главе. There was a whole number of requirements that should be fulfilled. Что там такое идет перечисление требований к Назарею. Okay. Um,

для особенного служения или особенного образа. И некоторые эти внешние требования. Также это включает то, что не кушать ни винограда, ни плода, ни сок виноградной лозы, не стричь волосы, не подходить к мертвецу. Okay. И когда мы понимаем это на более глубоком уровне, мы можно сказать, это такое пророчество в отношении жизни Иоанна, что он должен был сделать. В 17 стихе там говорится, он предойдет пред Адонаем. Okay. Um, he was, there was a statement being made here that we, we, we may miss if we, if we uh, don't uh, if we're not careful. See what word is used here. Какое слово здесь используется? is a reference to God himself. Yeah. So. It's already, if Zechariah could understand this, he, the angel was already telling him that the Messiah was coming. Yeah? Because also he says, he in the spirit and power of Elihu, he will turn the hearts of the fathers to their children. And the disobedient to the wisdom of righteousness so there's a proclamation going on here he's pointing towards the prophetic words that are written in Isaiah 43 to 5 yeah they are specifically quoted later in chapter three verses 4 to 6 of Luke И позже еще эти слова цитируются в четвертой главе Англии от Луки. И хотя Иоханан не будет новым Илией, но он будет иметь ту же силу, и Дух, как у Цель всего этого для того, чтобы готовить путь. Позже сам Йоханан сказал себе голос вопиющего в пустыне. То же самое видно в Малахе 3.1, где говорится о пришествии Мессии. And part of that prophecy that we see is to turn the hearts of fathers to their children. Um, note that the Talmud also applies Micah 7:6 to Messianic times. Okay. Uh, said, In the Имя человека. Он так говорит. Он говорит, что в том поколении, когда придет Мессия. молодежь, молодые люди будут оскорблять пожилых. А пожилые будут стоять перед молодежью. To give them honor чтобы их почитать то дочери поднимутся против матери и дочери поднимутся против uh, своих uh, свек, своей свекрови The will be dog -faced. и у людей будут все uh, сильные морды лица <laughs> <laughs> yep, that's what it says they will be dog-faced and the last sentence is I the don't know. Sorry. The the last, and then the last one and a son will not be ashamed in his father's presence that's in sanhedrin 97a if you want to look it up yeah but it's talking about the age in which they will live I'm not sure what sort of dog he would look like, but maybe it's wrong with a squash noise. But I, I I meant to look up what was the actual meaning, but yeah, I didn't do it. Okay, this passage is also re relevant, sorry. Uh, this passage is relevant also at Luke 1 :17. Yeah. Этот отрывок можно также отнести к Луки 1.17. А если взять Малахия 3.23, там, где цитирование идет, обратите сердца отцов к детям. shows that Yeshua would advocate family strife. Yeah, opposition in families. Mm -hmm. сказали, как бы то, but the truth of the matter is this. that Yeshua knew that tensions may result when members of family begin to trust in him while others do not so we need maybe to to once again get our pictures straight and to understand that uh, Luke here is trying to give us uh, a good foundation И что еще Лука закладывает хорошее основание, чтобы понять его послание. Что все это укоренено в Ветхозаветных Писаниях. Перерыв.